Я должен прервать свой рассказ, потому что ко мне пришла Алла Пугачева и поэт Леонид Дербенев. Так, мибемоль-мажор, да? Точно. Не очень быстро, вот, по-моему, не надо очень загонять. Смотрит ли в окна рассвет голубой, хлещет ли дождик по луже рябой. Это не важно, не так это важно, важно, чтоб кто-то был рядом с тобой. Повторяем. Повтори. Это не важно, не так это важно, важно, чтоб кто-то был рядом с тобой. Все, по-моему, вот и темп хороший. Все ясно. Так давайте попробуем. Смотрит ли в окна рассвет голубой, лещет ли дождик по луже рябой. Это не важно, не так это важно, важно, что кто-то был рядом с тобой. Это не важно, не так это важно, важно, что кто-то был рядом с тобой. В добром, но сном.